Цикл знакомства со знаменитостями езидского происхождения. Чтобы постичь сущность чего-то, нужно увидеть ее противоположность – Кере Мамоев. Сегодня культурный центр езидов Кавказа расскажет вам о Кере Мамоеве, востоковеде Тбилисского государственного университета. Кере Мамоев родился 22 января 1939 года в селении Арташар Октамбирянского района Армянской ССР в семье езидов. В 1945 году семья Мамоевых покинула Армению и переехала жить в город Тбилиси. В 1958 году Керем Алиханович успешно окончил факультет востоковедения Тбилисского государственного университета, где специализировался по персидскому языку и истории стран Ближнего и Среднего Востока. С 1965 по 1968 годы был аспирантом Института Ближнего и Среднего Востока Академии наук Азербайджана, города Баку, где специализировался по экономике развивающихся стран, экономика Ирана. В 1969 году после возвращения в Тбилиси начал работу в Институте информации Академии наук. С 1970 по 1973 года работал в Центральном статистическом управлении сначала заместителем заведующего отдела переписи населения, а затем переоценки основных фондов. В 1973 году защитил диссертацию на тему «Экономическое положение иранского Курдистана». С 1973 по 1993 года работал в Институте экономики и планирования народного хозяйства, сначала заведующим сектором отдела информации, ученым-секретарем института, затем заведующим сектором социальной сферы и внешнеэкономических связей. С 1994 по 2008 года работал в Тбилисском институте Азии и Африки, сначала заведующим учебным отделом, а затем проректором института. С 2009 года – руководитель магистерских и докторских программ Института Азии и Африки Тбилисского свободного университета. Также является членом редакционной коллегии научных периодических изданий Института востоковедения имени академика Церетели и Института Азии и Африки, ориенталист и перспектива. На протяжении долгих лет был председателем Союза езидов Грузии. Керем Алиханович является стипендиатом Немецкой академии по обмену специалистами. Принимает участие в различных международных конгрессах и симпозиумах: Москва, Санкт-Петербург, Ереван, Тбилиси, Эрбиль, Баку. Имеет более 80 научных работ, в том числе и 4 книги.